Всем здравствуйте, 5 июля 2020 года, и такая вот у нас плантация ежемалини Тайбери на сегодняшний день. Ну, плантация, конечно, в кавычках. Это осенью я нарезал ветки Тайбери, те, которые не шли в зимовку, лишние поубирал и закопал их, положил на землю, присыпал песком, и так они зимовали. А весной уже пошли всходы. И вот такой даже небольшой урожай ягоды есть. Надо было, конечно, весной их сразу рассадить по стаканчикам. Ну, как-то это затянулось. А потом они начали цвести, и уже сейчас ягоды. Понятно, я уже этого делать не стал. Соберем урожай, потом уже буду пересаживать.